Ну что, друзья, возвращаемся. У нас небольшие траблы были с интернетом. Прошу прощения, но возвращаемся фактически на ту же минуту, которая и была у нас. 24-я минута по голде. Нави выигрывают 3000, по экспириенсу они выигрывают тоже порядка 3000. Вот, вроде как бы по мелочи, но с другой стороны по приятной мелочи выигрывает команда Нави. Ну, по счету 22-19, ничего не поменялось, мы ничего не пропустили. Да как, что пропускать-то, я управляю этим матчем. Я на паузу нажал, если что, не переживайте. Пропустить мы ничего не могли. Пропустили бы, я перекрутил бы назад. По статистике, собственно, что здесь у нас со стороны игроков. Давайте посмотрим. На первом месте Адмирал Бульдог. Какой же ты хитрожопый, Адмирал Бульдог. 11 тысяч. Адмирал Бульдог стоял там против Фаника, терпел. И сейчас у Адмирала Бульдога 11 тысяч. У Дэнди, у которого Godlike Streak, у которого 10-2-6, который убивал все, что движется, все, что двигалось, все, что планировало двигаться в этой игре. У него Networks на 400 меньше, чем у Адмирала Бульдога. Чувака, который просто стоял и палочкой тыкал крипов. Простенько так, right-click, ну там где-то полетал. Ну, это так со стороны, конечно. Не со стороны, это поверхностно. Можно сказать, что Адмирал Бульдог минимум работы проделывал, ничего тут, никого не убивал, никакой полезной работы не выполнял. Вы просто посмотрите на движение Nature's Prophet от Адмирала Бульдога, он ни секунды не тратит. Я наблюдал за Адмиралом Бульдогом, который на Лундруиде фармит. У него медведь сам по себе не бегает. У него, если медведь может преодолеть какое-то расстояние по карте за счет блинка к своему основному герою, к Лундруиду, он это делает. Он выигрывает миллисекунды постоянно, и от этого у него просто запредельный фарм. Это то, что отличает, в общем-то, грандов от аматоров, от игроков средней руки в любом виде спорта. Абсолютно в любом виде спорта. Киберспорт — это тоже спорт, в принципе. Соревновательная дисциплина, и в любом виде спорта профессионалов что отличает, я остро в этом убежден. Отличает количество времени, которое на принятие решения приходится тратить игроку. Это, собственно, позволяет выиграть тебе какие-то моменты по времени, занять лучшую позицию, быть тем, кто контролирует ситуацию, а не включен в эту ситуацию в роли самого. Ну, то есть ты не подвластен ситуации, ситуация тебе подвластна. И Адмирал Бульдог, собственно, так и делает. Он делает все то же самое, что, в общем-то, на бумаге я мог бы расписать самому себе, что сейчас бы надо бы, вот, например, притянуть медведя к себе блинком. Я тогда бы выиграл там одну миллисекунду. Здесь все делается на автомате. Это все помимо Адмирала Бульдога, я так понимаю, уже просто механика доты, которая в крови где-то у этого игрока. Ну и это, естественно, отличает Адмирала Бульдога от меня. Я сижу и смотрю, как он тут божил на Nature's Prophet и на Лундруиде. И комментирую его, вспоминая, как он уничтожил мою любимую команду. 27 минут сыграно. 22-19 счет. За последние 5 минут ни единого фрага. До этого было месиво. До этого, я думаю, вы смотрели, что там вообще происходило. По голде по-прежнему впереди команда Na'Vi на 2500. По экспириенсу тоже 2500 в пользу Na'Vi. Но графики постепенно движутся в сторону команда Alliance. Бульдог продолжает фармить. У него 400 на руках. У него идет отрыв еще и от Дэнди. Он уже почти на 700 голды отрывается от мидера команды Na'Vi. А у Дэнди, на секундочку, топ Networks на карте. У Дэнди есть БКБ, у Дэнди есть Кристаллис. Не поверю, что больше ничего. Все остальное у него тоже есть. Кристаллис, у него уже готов Дейдалус. Темплар Ассасин с огромным количеством дэмэджа. Огромным. Единственное, чего здесь нет по дефолту у Templar Assassin, это, скорее всего, даггера. Дэнди не очень мобилен, но, с другой стороны, в файтах ему, видимо, даггер и не совсем так нужен. На фазах всего предостаточно. Команда Na'Vi не уступает по фарму, она держится на позиции в 2500. Так, Фаник на S4, и Пак просто отсюда улетает. Через Ульзоли Орб, через все-все-все на свете от S4, он просто уходит отсюда. Фаника даггер через секунду будет. У S4 помимо даггера есть Иллюзори Орб. Помимо Иллюзори Орб есть фейсшифт. Поймать Пака вообще непросто. Это один из самых изворотливых и сложно ловимых говнюков. С ним просто вообще невозможно воевать. Тем более, если это какой-то рукастый герой. А S4, я думаю, что к списку рукастых можно отнести.
Что Нави пушат Т2 по нижнему лайну. Без сопротивления. Никуда вообще не смещается Alliance. Alliance стоит на месте. Alliance спокойненько продолжает фарм. В это время Фурион у нас подпушивает Т2 по нижнему лайну. Здесь вся команда, а здесь один Фурион соло. И СФО начинает просто кайтить у нас. Начинает у нас кайтить всю команду Нави. СФО так докайтит команду Нави, что там трон в итоге упадет. Это так, немножко заспойлерить. У СФО уже готов, есть даггер, у СФО уже есть Ultimate Orb, ну и просто разваливают Фаник. Адмирал Бульдог плюс СФО. Давайте смотреть еще раз, как это все было. Фаник у нас фармил себе, фармил. Тут Адмирал Бульдог. Полетел. Куда полетел? Полетел на Фаника. В инвиз уходит у нас Адмирал Бульдог, в хекс отправляют Фаника и просто с руки расковыривают. Уже готов хексу на Nature's Profit. 2500 после хекса для Адмирала Бульдога. У СФО 2400 на руках. Я так понимаю, будет еще один хекс, скорее всего. Или может Линкен Сфера, например, на лоду. Чтобы обезопасить себя от Бэтрайдера. Да или от кого угодно. В принципе, и Линка здесь тоже может зайти. Я не помню, честно говоря, по артефактам, как там дела были. Кто что собирал. Помню, что у Пака есть такой скилл, как Dream Coil. Это очень хорошо помню. Прям вообще очень хорошо помню. Не помню, что Нави имели БКБ, но не очень хорошо прожали БКБ. Ну что, у Пупея уже готов Black King Bar, у него есть Мека, Soul Ring. Ну и обычный тапок для Энигмы, пока что без даггера Пупей. У Куро даггер отсутствует, у него Брасер, Аркан Буцы и так все остальное по мелочи. Появляется у нас для ЦК готовый Мордиган. Лода также с БКБ, лода с ПТшкой, Драма Фендеранс и всякие штукенцы. Типа Magic Wand и ТПшек. Ну что, Нави, опять смещаются крохи. Это третий Рошан уже, да? И, ну, вроде третий. А где сыр? Где сыр, черт возьми, Рошан? Где сыр? По-моему, третий Роха в этом матче, если не ошибаюсь. Ну, судя по отсутствию сыра, вроде как по логике второй. Что, вытягивает у нас СФО. Спускает его вниз в Рошпит. Фаник. У Фаника есть форстаф, у него есть даггер. Через Firefly просто спустили вниз у нас С4. Продолжают издеваться над ним. С4 найдет, как отомстить команде Нави. Чуть-чуть попозже. 32 минуты у нас уже сыграно. Команда Na'Vi выигрывает по голде почти 5, по экспириенсу тысячу с копейками. Но они забрали СФО, лода. В это время с ЦК идет... ЦК, точнее ЕГМ идут у нас по низу, а Адмирал Бульдог у нас в это время подпушил под хайграунд. Ну и Na'Vi заходят пушить мидлейн. В это время лода с виспом просто идет забирать нижний лайн. Здесь Адмирал Бульдог, ему никуда вообще не хочется деваться. Здесь Na'Vi расковыривают мидлейн, в это время падает у них нижняя сторона. По крайней мере, пытается. Ну и верхняя сторона. Здесь просто по всем фронтам вообще наказывают. Аки ловит у нас колбу, ловит у нас еще и бочонок от Бэтрайдера. В это время лода допиливает уже Т3. Na'Vi забирают барак и стараются отсюда уходить. Ну и лода провязал у нас фантазмы, просто расковыривает Т3. В это время Адмирал Бульдог пилит бараки. Это же просто жестяк вообще полнейший. Ну и Алхимик через БКБ уходит отсюда, готов файтиться с лодой. Ну и посмотрите на барак. Барак на 200 хп. Здесь побольше, конечно. А в это время Адмирал Бульдог спушивает барак на топе и спушивает еще один барак на топе. И просто спокойно отсюда никуда, конечно, не уходит, но пытается, по крайней мере. У Адмирала Бульдога есть хекс. Он отправляет в хекс Фаника. Начинает настреливать по горбу Фанику. Фаник умирает. Адмирал Бульдог отсюда уходит. Все, мидлейн здесь пытались забрать, не забрали. В итоге потеряли топ. И Адмирал Бульдог спокойненько на одинокого уходит отсюда. А в это время лода вместе. Так, давайте все-таки это смотреть. Давайте это смотреть, что там лода делает. А Фаника здесь допиливает Адмирал Бульдог. Лода вместе с ЕГМом. ЕГМ на лоу хп, но у ЕГМа есть Урн оф Шадоус. Бросает его на себя. И лоду сейчас, если что, пробустит. Лода допиливает у нас барак.
Адмирал Бульдог ушел, Лода забирает вторую сторону, Нави теряет две стороны на 33-й минуте при попытке захода на хайграунд команды Alliance. А не сказать, что Alliance лучше в Сплитпуше, ну, это просто нелепо вообще. Абсолютно нелепо, это на ровном месте. Они потеряли СФО, они потеряли своего мидера, они потеряли АОЕ... Рассказ тот СФО важный, нужный и полезный. Они потеряли, ну то есть драться пришлось бы без Дримкойла, без всего. Они решили поступить иначе. Они решили не драться, они пошли и просто спилили две стороны. И тогда где-то у кого-то, меня в частности, да ёкнуло. Ёкнуло. Темплар Ассасин с огромным количеством дэмэджа. У Энигмы есть все, под Блэк Холл все есть. БКБ, Даггер, все необходимое. Мека есть у Энигмы. Манта стайл для Темплар Ассасин. У нее куча дэмэджа. 250 с руки. Там криты феноменальные вылетают под молдом. Все это огромное количество дэмэджа имеет. И все это абсолютно бесполезно, когда у тебя просто падают строения одно за другим. И вообще без напряга. У Адмирала Бульдога 7000 голды уже на руках. 7000 после хикса. В принципе, купить можно что угодно. Чтобы было больше дэмэджа. Дезолятор можно купить. Можно кирасу купить. Все, что только захочется, можно купить. Лоду ловит у нас хвост. Не обезопасили Лоду. Подхиливать его старается ЕГМ. И подхиливает очень плотненько. Лода у нас вроде как может и выжить в этом файте. А может и не выжить. Лода через армлетов Мордиган просто выхиливается, как чокнутый Фаник. Дальше за Лодой. Лода отбрасывается станом Фаника. На лоу хп ЕГМ. ЕГМ умирает. Лода тоже на лоу хп под Малифейсом, не должен здесь, в принципе, умирать. В это время Адмирал Бульдог просто пушит нижнюю сторону. Команда Na'Vi заходит на мидлейн. Здесь внешние товара только на топе стоят. Низ можно было бы и снести, но в это время Адмирал Бульдог просто идет пилить у нас трон. Пилить Т4. Куроки крадет тизер. Не очень полезная штука. Адмирал Бульдог идет забирать Т4. Какой же ты хитрожопый красавчик. Да, Адмирал Бульдог здесь, конечно, потрепал нервишки команде Na'Vi. Пупей бросает под ноги Адмиралу Бульдогу. Миднайт плевать абсолютно. ЦК в это время забирает Рубика. Na'Vi гоняет у нас ЕГМ, а ЕГМ должен развалиться. ЕГМ таки разваливается. Unstoppable для Дэнди. Дэнди очень жестко настреливает по Лоде. Он убивает Лоду. Минус 3 от команды Na'Vi. Байбек у нас от ЦК. В это время Адмирал Бульдог гоняет Пупей. Адмирал Бульдог почти спушил Т4. Здесь крипы пушат. Стоит центральная линия. Стоит Т2. Всем плевать абсолютно на центральную линию. Некрономиконы от Адмирала Бульдога. Третьего левела. Эти некра просто спиливают Т4. А Na'Vi не знают, что делать. Как это делать и зачем это делать. Это главное. Эйгис теряет у нас Дэнди. За счет того, что убил одного из некров. Хвост. Ну и все, и просто навстречу вылетает Адмирал Бульдог, отправляет у нас в хекс хвоста, хвост половину хп сливает, Лода уже здесь, БКБ от хвоста, ТПА, вот старается делать хвост и сделает. Хвост отсюда уходит. Na'Vi принимают не самое верное, точнее принимают очень верное решение. Верное абсолютно, им нельзя здесь стоять, потому что их просто хренам собачьим спушат, они об этом прекрасно понимали тогда, я об этом тоже понимаю сейчас, да и тогда понимал. А то, что делает Адмирал Бульдог, не поддается, в общем-то, какой-то честно, ну, там, объяснением какой-то там честной игре, лобовой атаки, какой-то лоб в блоб, давай драться, не пацан, что ли. Ничего такого. Адмирал Бульдог играет в доту. Дота позволяет по своим правилам сплит-пушить. Адмирал Бульдог делает это великолепно. Поэтому Na'Vi сильнее, в общем-то, в файте таком вот, лоб в лоб. У них есть Black Hole от Enigma, у них есть Midnight Pulse от Enigma, который тоже нас стирает половину хп команды Alliance. У них есть Dendy, у которого очень много дэмэджа, который благодаря БКБ, благодаря рефракшену, манта стайлу просто неуловимый. И команда Na'Vi принимает решение идти на мидлейн. Я так понимаю, заканчивать эту игру планировала Na'Vi. В это время Адмирал Бульдог на топе, а его твари отправляются вниз. И здесь просто некра идут пушить фонтан. Не фонтан, точнее, а трон. Они просто идут пушить трон. Сюда уже летит Дэнди. Ну, они что-то немножко подпилили. Na'Vi понимают, что надо кого-то забрать, потом файтиться. Просто так, если даже будут байбеки у команды Alliance, файтиться нет смысла. И пушить нет смысла, потому что Адмирал Бульдог прилетит и все расковыряет. А он может... Он может, и он показал. Две стороны он снес, и, естественно, Na'Vi тогда переживали. Да все переживали.
Всем было понятно, что выходить с базы невозможно. Двух сторон нет. Фурион с третьими некрами, с энтами. Фурион, у которого самого дэмэджа куча с руки. Фурион с тебя не слезет просто-напросто. И он продолжал фармить, у него что-то новое должно было появляться. Ultimate Orb для Nature's Prophet уже имеется. 3000 голды на руках. Естественно, Адмирал Бульдог команду Na'Vi отпускать не собирался. Na'Vi потеряли все по преимуществу в голде. Na'Vi по экспириенсу вышли вперед на 3000, но это не очень важно на 39-40 минуте. Адмирал Бульдог не стоит на месте, он постоянно летает. Когда я говорю, что это показательный, в принципе, показательное выступление Адмирала Бульдога, я тут в этом абсолютно уверен. Так как играл в гранд-финале Адмирал Бульдог на Nature's Prophet, не играл Nature's Prophet ни один, нигде, ни в одной из игр. Ну и Дэнди пытается отбиться, в общем-то, через тот же рефракшн. Можно защитить себя от некров, но Дэнди один, а линий много. А Nature's Prophet такое ощущение, что и не один как будто. Я так понимаю, под Manta Style, скорее всего, Ultimate Orb у нас у Nature's Prophet. Почему бы и нет? Чем больше всякой ерунды. Некрономиконы, Nature's Call от Nature's Prophet с интами и три самих Nature's Prophet, разумеется, так проще, так лучше. Идешь и просто эту толпу отправляешь, и в это время непонятно, кто бьет фонтан. Кристалл падает. Трону здесь уже, понятно, не сдобровать. Команда Na'Vi идет пушить по топ-лейн. Они, по идее, могли бы зайти и слить. Очень быстро слить трон команды Alliance, но для этого хотя бы кого-то одного надо забрать, чтобы дрались Alliance в меньшинстве, чтобы крипы не подпушивали на ХГ. Здесь, если есть крипы, то никакого backdoor protection, а трон падает. И это может соло тогда сделать даже Nature's Prophet, для него это вообще не проблема, дэмэджа куча, всего предостаточно. Может это сделать, например, ЦК и Висп, тоже не проблема совершенно. Алибарда у нас у Лоды есть БКБ, у Лоды есть Армлет. Ну и что, Na'Vi на тот момент паслись у нас в лесу команды Alliance. И подходить близко, светиться не могли, потому что Лода с ЕГМом 100% влетали бы у нас под фонтан. Ну и файтиться тоже не могли, потому что где Alliance на тот момент находились, непонятно. И энты просто у нас идут пилить трон. По чуть-чуть, понемножку. Понятно, что энтов здесь не пустят. Да и некров здесь не пустят. И никого не пускают игроки команды Na'Vi. Но они тут между молотом и наковальней. С одной стороны, можно пойти и развалить команду Alliance. Но ты рискуешь потерять трон сейчас. С другой стороны, стоять на базе. Это позволить, например, Лоди на ЦК дофармиться до уровня того же хвоста или до уровня Дэнди. И просто расковырять потом в лобовой атаке. А то, что не добьет Лода, то добьет Адмирал Бульдог. У Бульдога 5000 голды есть на данный момент. У него есть Ultimate Orb пока сам по себе. Nature's Prophet ничего не приобретает. Но еще раз говорю, что я думаю, что это, скорее всего, будет Manta Style Адмирале Бульдог. Ну и повторюсь, я не смотрел этот матч с того момента, с 2013 года. Просто чтобы никто не видел моих слез, которые скрывает ночной дождь. Я просто не смотрел. Просто не люблю доту. Не смотрел, потому что не пришлось. Ну и вот RTI как раз позволил обратить внимание на эти матчи. Матчи, безусловно, легендарные, двух легендарных команд, легендарных составов. В лучшей, собственно, форме Alliance находится на пике на данный момент. Na'Vi тоже в одной из лучших своих форм, мне кажется. Они сильнее, чем на втором International и сильнее, чем на третьем. Ой, чем на первом International, безусловно. Они сильнее по скиллу, да, там по тактике, может, не такая была дота у ArtStyle, какая дота была у Пупея. Но это не удивительно. ArtStyle — это ArtStyle, Пупея — это Пупея. У Пупея, мне кажется, скилл повыше все-таки индивидуальный, чем у ArtStyle. Да и тактические штуки у Пупея очень крутые, просто что ArtStyle серьезную быкотеку может позволить себе устроить, и она дает свои плоды. Ну и команда Alliance просто заходит у нас по топ-лейну. И Na'Vi должны файтиться здесь. Где, кстати, хвост?
Темплар Ассасин, Пупей, бежать быстрее, бежать дефать свой фонтан. Хвоста у нас разваливают под фонтаном, ну и... Глиф у нас от команды Na'Vi. Хвост возвращается в файт, у хвоста БКБ, у хвоста Блейд Мейл. По идее, должны расковырять бы здесь, но здесь Лода просто пилит трон. БКБ от Лоды, Лоду разваливает Дэнди по чуть-чуть, понемножку. Ну и все, и это ГГ. Сейчас давайте подождите одну секунду. Собственно, покажу, где этот ГГ был и в какой момент, чтобы мы не пропустили его. Команда Na'Vi живая и в полном составе. Давайте замедлим на всякий случай, посмотрим эту печальную историю. Бежит у нас Зааки. Хвост здесь, Эсфо здесь. У Эсфо есть Dagger, у него есть Хекс. Они ловят Аки, и они Аки разваливают. В это время команда Alliance по топ-лейну движется у нас. S4 видят. Адмирал Бульдог, где ты, красавчик? Адмирал Бульдог у нас спокойненько пушит. И S4 готовится к своему финальному прыжку. Na'Vi понимают, куда им надо деваться. У хвоста есть ТП. У Куроку есть ТП. В Хекс отправляют Энигму, который пытается сделать ТП. Фаник улетает. Хвост бежит пешком. Энигма у нас в итоге отправляется в Silence и Dream Coil по Денди. И это главная проблема команды Na'Vi. Главная, потому что Денди — это основная ударная сила. Денди после БКБ. Ну, сейчас БКБ, никакого БКБ у Денди уже на тот момент не было. Денди старается сделать тэп-аут, ему не хватает одной секунды. Просто на хай-граунде по Пупею и по всем. Последняя миллисекунда, и Денди у нас в Дримкоиле остается здесь. Дэнди пытается отсюда уйти, Дэнди отсюда уйдет. Но сути это не меняет. Команде приходится драться без Дэнди. А Дэнди, на секундочку, главный герой был в этом матче. У него самый крутой нетворс в команде, у него самый крутой дэмэдж. Он, в принципе, главный боец. Но ему приходится пешком идти к этому моменту, хвост уже мертвый. К этому моменту Лода уже провязал фантазм, Лода миллион всего. К этому моменту Адмирал Бульдог просто на тупом вообще стоит и пилит трон. И здесь Na'Vi стараются, конечно, загнать Лоду, не получается. И как бы печально это не было, приходится констатировать, что команда Alliance в 2013 году оказалась сильнее всех коллективов на свете. И сильнее команды Na'Vi, и хитрее своей хитростью они действительно оказались... Ну, кто хитрее, тот и побеждает. У Na'Vi не было права на ошибку, какой Alliance. Но Na'Vi ошиблись. Alliance сделали все великолепно. Na'Vi не нашли чем отвечать на все это. Ну что, команда Alliance в итоге у нас стала победителем гранд-финала. Выиграла International под номером 3. Ну и показала, по сути, очень крутую доту того времени. Дота, которая, собственно, на одном сплит-пуше не строилась. Она строилась на мощнейшем скилле, но этим сплит-пушем, по сути, Na'Vi... Из-за этого сплитпуша, по сути, Na'Vi не выиграли главный приз. Команда Alliance заняла первое место и навсегда вошла в зал славы Доты. Ну что, друзья, у нас 7-й выпуск Retro International подошел к концу. Спасибо огромное, что были с нами. Достаточно долгий выпуск, много частей, много матчей. Но мы с вами посмотрели эпичную катку, эпичную. Я думаю, что некие уроки из прошлого, может, вы и почерпнули. Надеюсь, что так. Я так точно для себя какие-то уроки усвоил. Ну что, это был Друг. Это была студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся.